В селе Батарево рухнула одна из водонапорных башен, которая снабжает районный центр водой. Это произошло во время ремонта. По данным администрации Батаревского района, произошла деформация ствола конструкции из-за коррозии металла. Башня была установлена в 2010 году. В прошлом году администрация подготовила проектную сметную документацию на ремонт конструкции, но не получила положительное заключение экспертизы. В селе Батарево имеется 4 скважины, которые закольцованы между собой. И напрямую на сегодняшний день подают воду в водопроводной сети села Батарево. На сегодняшний день жители села Батарево обеспечены водой, за исключением некоторых многоэтажных домов, где давление воды ниже нормативного, так как эти дома находятся на конечных точках водонапорной башни. Одна башня рабочая, она подает воду, и вторая тоже в том уровне, который сейчас мы демонтировали, его половину только демонтировано, она пока на сегодняшний день в состоянии подать воду для населения.